Открытый урок посвятили сразу двум памятным датам. Это оборона Севастополя и День памяти юных героев-антифашистов, который отмечается 8 февраля. Ребятам показали военную хронику тех лет и рассказали о молодых защитниках города и детях-подпольщиках. 2015 год является годом 70-летия победы в Великой Отечественной войне. И начиная с января месяца, целые циклы мероприятий, в общем-то, посвящены этой дате. Связь событий, наверное, должна что-то оставить в сердцах этих деток и заставить их задуматься о том, в какое время мы живем. Юные севастопольцы с интересом слушали рассказы о героях обороны города, задавали вопросы, а после окончания открытого урока поделились впечатлениями. Больше всего запомнилось, как дети Лида и Валя собрали 1500 бутылок для коктейлей Молотова под обстрелами. Еще запомнилось, как детям послали за елкой. Человек послали и привели в плен немцев. Организаторы обещают, в стенах культурно-информационного центра ребят ждут еще немало интересных выставок и открытых уроков, посвященных грядущему 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Арсений Ковалевский, Дмитрий Долгов, информационный канал Севастополя.